22 ноября в выставочном зале музея Машкова начала свою работу новая выставка «Исаак Левитан и его современники». Стоит отметить, что картины великого художника впервые экспонируются в Волгограде. Реализация этого проекта стала возможной благодаря тем условиям, которые были созданы в музее Машкова, специальным условиям для хранения, экспонирования предметов Государственного музейного фонда. Этот проект готовился, конечно же, очень долго. Он готовился при поддержке Министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура», федеральные программы «Творческие люди». И у этого проекта очень много помощников, много партнеров. С творчеством Исаака Левитана, Валентины Серова, Константина Коровина, Алексея Саврасова и других художников XIX века мы знакомы еще со школьных времен. Их произведения разбирали не только на уроках изобразительных искусств. По многим картинам писали сочинения, передавая свои эмоции и чувства, которые вызывает полотно. Поэтому выставка Левитана и его современники очень полезна для сегодняшних учащихся. На сегодняшний день создана целая программа, уже запланировано посещение огромного количества групп школьников и студентов именно на эту выставку. Целый большой план, по несколько групп в день. Отметим, что выставка также открыта для пользователей Пушкинской карты. Экспозиция представляет коллекцию произведений из собрания одного из крупнейших музеев мира – Государственного русского музея. Основную часть выставки составляет 19 произведений Исаака Левитана. Также среди них есть этюды, которые экспонируются крайне редко. Искусство второй половины XIX века и вот начало 20-го оказалось очень востребованным. И, на мой взгляд, это такие вещи, которые совершаются не в умах людей, а вот где-то выше. Потому что практически каждые 50 лет художники начинают поиски некого культурного кода. В общем, два раза в столетие. Мы много потеряли, много обрели и много поняли. И теперь вот мы снова обращаемся к классическому русскому искусству, к русской теме, к теме реализма, потому что пытаемся найти свой культурный код. Также для этой выставки сотрудники музея Машкова подготовили специальную программу, которая сделает послание экспозиции более понятным для всех посетителей. Здесь будет лекторий буквально каждую неделю, иногда два раза в неделю, на выходных, в субботу и воскресенье. Наши зрители будут ждать лекции, которые познакомят с основными персонажами этой выставки, потому что это все лучшие имена русской живописи XIX века. Познакомят с контекстом, в котором шло развитие русского пейзажа. Здесь будут обнаружены параллели с тем, что происходило в западноевропейском искусстве в то же время. Помимо лекций для взрослой аудитории будут проходить и интерактивные занятия для детей. Выставка «Исаак Левитан и его современники» продлится всего один месяц, 22 ноября по 22 декабря. Напоминаем, что при посещении учреждений культуры на входе необходимо предъявить QR-код вакцинации, либо другие документы, которые позволят вам пройти на мероприятие. Марина Забудько, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».